Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня у нас разговор о новом плеере Sony Walkman S. Обновленная, соответственно, модель. Вот можно посмотреть, как выглядит упаковка. Ну, в целом, неплохо, за исключением, наверное, того, что все это дело собирать назад, уже когда приходится возвращать технику назад, это, конечно, очень тяжело. Можно сразу посмотреть наушники. Недорогие, мягко говоря. Вот здесь есть комплектный кабель, документация. Сам плеер выглядит, соответственно, вот так. Достанем. Оп. Розовенький такой. Довольно большой, тяжеленький, с железом в корпусе. Вот эти вот части железные. Вот это, соответственно, динамики. Здесь у нас есть кнопка блокировки, кнопка переключение между наушниками и динамиками, качелька регулировки громкости. Вот. Сзади плеер выглядит вот так. Ну, Sony Style присутствует. Разъем стандартный, микрофон, паз для крепления ремешка, мини-джек. Ну, разъем стандартный для плееров Sony. Внутри никаких... Довольно громкий. Голос повышать не особо приходит, чтобы переорать плеер, но тем не менее. Такая, в общем, песня хорошая. Давайте радио запустим. Как видно, радио работает без наушников. Вот это интересно. Вот у меня здесь в районе не очень хорошо, конечно, ловит оно. Или в квартире. Или слишком много здесь всяких излучающих устройств. Вот, но в общем, радио работает без антенны. Антенна здесь, судя по всему, встроена. Это интересно. Есть запись с радио. То есть вот можно начать ее. Вплоть до... По-моему, сейчас посмотрим еще раз. Битрейт. Вплоть до 160 килобит в секунду. Килобайт в секунду. Надо кофе пойти попить. Я не могу проснуться никак. Share moment. Тут можно ролики всякие смотреть, соответственно, с использованием колонок. Ролик про плеер. Положил, пошел, отличное качество звука, тра-та-та, бла-бла-бла. Я скажу так, S-серия, по идее, это такой крепкий середнячок, ха-ха. Все журналистские штампы в одном ролике. И чего меньше всего ожидаешь, конечно, увидеть здесь, это вот такие отвратительные наушники. Ну, потому что сама по себе моделька довольно неплохая. Ну, там динамики есть,
что хорошо. Правда, никак не используется, помимо воспроизведения музыки. Можно было хотя бы, там, я не знаю, будильник прикрутить или еще что-то. Здесь, к сожалению, этого нет. И вот это, конечно, ну, то есть вы купите вот этот плеер за немалые деньги, если с конкурентами сравнивать. Плюс вам придется еще заплатить за хорошие ушки. Потому что вот это вот сразу можно сделать, там, у меня окно поблизости, вот можно туда их, в принципе, сразу и засандалить. В целом, моделька ничего. Такое ассортиментное предложение. Сейчас у нас период активного покупательства, так скажем, предстоит перед Новым годом. Ну, будет востребованным, я думаю, если будет реклама, различные акции, рассказ о том, что это за плеер и так далее. Ну, в общем, такая штука. Читайте обзор.